Любить конфеты. Так как на образец можно выложить только одну фотку, я выложила одну. А вообще, эти конфеты быстро слеплю, поэтому я решила еще несколько видов сделать. Короче, сегодня будем любить дорогие конфеты. Начнем с вот таких вот Ферреро Роше. Я даже их уже не вам показать. Я обычно по телефону все образцы показываю, а тут... Еще мы сегодня будем лепить Линд и Рафаэлло. Мне эти конфеты нравятся. И эти, и Линд, и Рафаэлло. Так, начнем с Ферреро Роше. Нам понадобится золотой цвет. Но если нет золотого, можно заменить на желтый. Сейчас я скажу три варианта. Первый вариант. Можете, если у вас нету золотого пластилина, просто сделать желтую обертку, просто слепить кругляшок и написать каким-нибудь, раскатать какой-нибудь пластилин, например, черный, в колбаску. И написать Ferrero Rocher. Второй вариант. Я буду делать самый сложный. Второй вариант. Мы просто скатываем кругляшок из золотого пластилина и пишем Ferrero Rocher. Посложнее, потому что золотой пластилин посложнее найти. И третий, я буду делать самый сложный. У меня есть желтый, а еще у меня есть блестки золотые, поэтому я могу на желтый просто посыпать золотые блестки, и тогда он Можешь. блестящий будет. Ну вот. И третий вариант. У меня есть немного золотого. Я заказала, мне пришла не та упаковка. Я там потом разберусь с этим. Но пока я буду лепить из вот этого старого. Поэтому я возьму, чтобы мне его сэкономить, коричневый пластилин. Скатаю кругляшок, это самый сложный вариант. Потом прикреплю тишью, чтобы вот эта тишью бумага такая, чтобы не прилеплялась, чтобы золотой не прилеплялся. Потом сбоку прикреплю золотой, я буду показывать, как делать самый сложный, потому что я его буду делать. И потом я сделаю. А если останется время, я еще могу показать попроще варианты. Вот, ну я начну с сложного, а потом переключусь на другие конфеты, и потом, если у меня останется время, я еще покажу, как можно еще сделать Ferrero Rocher. Нам понадобится пластилин, стейки, как обычно, доска. Пластилин, стейки, доска. Что село? А можно сделать не надпись, а просто черточку черную? Можно. Как ты хочешь. Так, ну все, я наклоняю камень. Смотрите. Я сейчас возьму коричневый пластилин. И катаю кругляшок. Сева, у тебя есть золотой? Нет, а желтый я потратил уже на все другие мои постройки, поэтому я сделала оранжевым. Он тоже неплохо, да. Хорошо, молодец. Так, я пока просто катаю мешок. Я раскатал кругляшок. Теперь катаем дальше.
А можно делать маленькие конфеты, то есть примерно вот такого размера, потому что пластилина не очень много. Размер Или даже поменьше. лучше будет. Так, теперь я беру тишину и отрезаю столько, сколько мне нужно, чтобы покрыть коричневый кругляшок. Не покупал. Знаем, столько бумаги тишины, сколько нам надо, чтобы завернуть шарик в круглый шок. У всех есть бумага тишины. Такая бумага, на нее просто пластилин не, особо не липнет. У меня такой нету. Может, есть, я не знаю. Я поищу, попробую. Если нету, можете обычной бумагой заменить. Или вообще делать без бумаги, просто сразу кругляшок раскатать и все. Так, теперь я обернул шарик в тишью бумагу. Теперь я золотой раскатываю тонко-тонко, чтобы вернуть потом шарик, но не полностью. Сейчас я объясню, как оборачивать. Пока просто тонко-тонко раскатайте, но только чтобы он не рвался.
Ничего себе, сколько у меня теперь золотого. Смотрите, теперь я сбоку немножечко прилепил золотого, чтобы он у меня не был полностью прилеплен. Снизу прилепил из другого боку. То есть я, в принципе, приделал к тишине. Теперь мне остается вот так вот сделать. То есть я верхнюю поднимаю, и вот нижнюю поднимаю. И у меня получается как такая какая-то, как будто заяц ушами так спрятал конфету какую-то. Потому что у меня изначально она такая была форма, как лодочка. И теперь я отрываю одну часть, вторую вот так делаю, но не плотно. И сейчас я вот тут вот пишу Ферреро-Роше. Потом я, например, могу взять вот так. И она у меня типа как открывается. Еще можно бы, чтобы снизу открывалось побольше. Во. Вот, тогда снизу не приделывайте. Вот так вот, чик. Аккуратно. Не плотно надо закрывать. Вот так. Можно, чтобы сбоку открывалось, можно только сверху. Я все-таки так подумал, сбоку сложно. Точнее, снизу, поэтому сделаем сверху. А то это очень много подумать, что сделать. Подумать, как сделать надо долго. Так, ну вот, я тогда сделал вот так. Так, что ты там Сева показываешь? Еще раз покажи. Это что? Я показываю мои фигурки, которые я уже слепил по своей фантазии. Молодец. О, смело какой-то монстр. Змея или попугай, хамелеон, не знаю. Птичка-собака. Собака-птица. Не знаю, какой-то. Какой-то амогус. Это монстрик какой-то. Человек-акула. Последний это Амангасик предан. Я говорю, какой-то амогус. Так, сейчас подпишу. Ферраро-Роше. Ферраро-Роше вряд ли я тут умещу. Я не буду подписывать. Так же, как ты сделал черточку. Две черточки, типа там надпись. Была основа. Все.
там. Ну что, Ферраро-Роше пока сделали. Я еще, может быть, потом покажу, если останется время. Но пока я предлагаю переходить к следующей конфете, которая называется Бенго. Ты когда-нибудь пробовал Ферраро-Роше? Сева. Нет. А Ева? Алекс пробовал? Ну, я не пробовал, но видел, знал про такие конфеты. А ты, Ева, пробовала что-нибудь из этого? Нет, вроде. Так, ну ладно, я пробовала Линдор и Ферреро Роше, и они вкусные. Сейчас я возьму красный пластилин. Нам надо слепить просто кругляшок. Потом... сделаю такие как будто как гора с одной стороны и с другой. Вот, вот похоже. Так этот круглый. И потом прикреплю белый. Так, ну делаем. Вот, значит, круглый шок сейчас катаю. Из красного пластилина. Так, я раскатал кругляшок, теперь сейчас сделаю горы с двух сторон. С двух сторон. Так, теперь прикрепляю такие белые штуки. Вот. Линдор я тоже не буду писать, потому что это тоже не факт, что влезет. Вот.
Можно еще в разную сторону их вот так сделать, чтобы было более похоже. Так. Ну, теперь приступаем к Рафаэлу. Я смотрю, что у нас времени еще много останется. Вы сделали? Или у вас немного подождать? Мне не могу подождать, потому что у меня сейчас планшет отключался из-за того, что он разрядился. Хорошо. Тогда жду. Если что-то непонятно, спрашиваю. Окей, спасибо. Ну что, сделали? А, сегодня не было ученика? Почти. А? Почти. Жду еще. Как сделаешь, скажешь.
Кот Персик пришел с моей кровати. Прикольно. У меня есть тоже игрушка. У меня их тут вообще полно. Вы уже сделали? У меня тоже полно игрушек. Вы уже сделали? Это моя игрушка. Клево. Вы уже сделали? Да, я... Да, я сделала. Давай дальше сделать. Так. Теперь сделаем Рафаэлла. Белого пластилина. Лепим кругляшок. Все слепили круг. Да. Так, теперь у всех есть какой-нибудь полиэтиленовый прозрачный пакет. У меня есть. Сейчас. Надо вырезать небольшой кусочек. Вот у меня это не полиэтиленовый пакет, а другой немного пакет, но пакет. Есть вот такой мини-пакет. Надо чуть-чуть вот кусочек вырезать. Наклеить это на пластилин. Ну, то есть наклеить не клеем, а просто на пластилин прикрепить. Ну, он не сильно, конечно, прозрачный, но подсвечивает, в принципе. Рафаэлла я тоже подписывать не буду. Короче, теперь я нарезаю немножко. В этом пластилине. Отверстие. Почему я это делаю ножницами, а не стеком? Потому что стеки у меня вон там лежат. Я их забыл вначале. Ну, теперь, чтобы за ними не бегать.
Так, я немножко подзабыл, как делается Рафаэл. Вот вставьте пока пакет, кусочек, а за пакетом слепите пластилин, типа там кокос. Я сейчас отойду на кухню, посмотрю, есть ли у меня Рафаэлла. Просто чтобы образец показать. Я не нашел Рафаэлла. Я просто недавно было. Но я нашел в Яндексе. Сейчас посмотрим. Теперь я сегодня не успел купить. Позвонили с работы. Сказали, за мной машины приедут. Звук отключен. Вот, смотрите. Вот такие конфеты. Вот. То есть они там в упаковке. У меня очень мало белого. Я сейчас сделаю вот так. Белого мало, ну, значит, сделаю поменьше конфеты. Сейчас доделаем Рафаэла и можем, в принципе, заканчивать. А вообще, самого пластилина всего у меня не так уж и много, потому что я тачу его иногда. Поэтому я сделала мини-мини конфеты. Ну вот, Рафаэл.
Ну что, показывайте, что у вас получилось. Так, Ева, вижу. Молодец. Так, Сева. Я еще кексик сделала. Круто. Сева. Ты что сделал? Я, короче, сделал блин. Рафаэлла. И Феррера Роше. Я еще блинчик конфет. Ты хочешь показать его поделку? Мне кажется, он просит нас подождать. Сева, ты не доделал, что ли? Подождать тебя? Сам доделаешь или тебе надо подождать? Подождать. Хорошо, тогда жду. И тогда еще конфет сделаю. Пока что. Хорошо, да, сделаем конфету еще. Можно заканчивать запись и занятие. Всем спасибо, что пришли ко мне на мастер-класс. До свидания.